Привет! Страшно даже представить, что произойдет, если он вырвется на свободу. Этим двоим стоит молиться о том, чтобы синий поводок оказался достаточно крепким. Этот пудель не кусает. Он просто убирает врагов с пути. Хозяин этого крохи под надежной защитой. Ты не на того нарвался. Такому напору не смог бы противостоять даже питбуль. Тук-тук. Он приснится тебе в кошмарах этой ночью. Если восстание машин однажды случится, нас спасут богомолы. Их не испугать даже этим. Похоже, крокодил сам в шоке от такой дерзости. Ты можешь быть самым высоким животным на Земле. Но только попробуй приблизиться к ее птенцам. Храбрость этого малыша так трогательна. Этот медведь увидел зверя пострашнее себя. Овчарка выслеживает цель, чихуахуа ликвидирует. Все-таки не просто так эту породу назвали бульдог. Как
Заводишь овчарку – ожидание. Чувствуешь себя на прогулке в безопасности. Реальность. Лисе стоило усвоить этот урок с первого раза. На кого ставишь в этой битве? Твоя ставка проиграла. Похоже, теперь он тут главный. Тигры думают, что это игра, но когда речь идет о еде, этот монстр вообще не шутит. Сперва ест босс, и только потом все остальные. Что ж, он предупреждал дважды. Бедный пес забрел не в тот район. Но кошки, которые этот район держат, приняли его за своего. В этой битве побеждает не сила мышц, а сила духа. Сейчас этому медведю объяснят, что он ошибся адресом. Секретный прием. Ему стоило воспринимать этого служебного щенка более серьезно. Руки вверх, вы арестованы!
Противник в 11 раз тяжелее, но этому безумцу плевать. Видел эту огненную ярость в его глазах? И один в поле воин, если у него такой характер. Это облачко с характером. Этому малышу всего 8 недель, но преступникам уже стоит бояться. Не грусти, приятель, у тебя ведь есть любящий друг. Груз в несколько раз больше его, но ради хозяйки он готов стараться. Никто не смеет приближаться к его еде. Показать тебе самого голодного кота в мире? Из него точно получится отличный полицейский.
«Малинуа отлично поддаются дрессировке», — говорили они. Oh.